Подписано соглашение о реконструкции главного аэропорта Камчатки, сообщили в Минвосток развития. Речь идет о том, что строить аэровокзальный комплекс компании аэропорта регионов будет уже в статусе резидента Тор Камчатка. Соответствующее соглашение АО Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский, входящее в этот холдинг, заключила с корпорацией развития Дальнего Востока. Теперь инвестору полагаются все преференции, предусмотренные статусом резидента Тор. Напомню, проект реконструкции Елизовского аэропорта предусматривает в частности строительство нового пассажирского терминала площадью более 30 тысяч квадратных метров, а общий объем частных инвестиций в проект превысит 7 миллиардов рублей. Окончание работ запланировано на 2021 год.